по горам мы ездили. Мы на полуострове Пелешет. Легащи. Точки — это все морские ежи. Итак, мы выехали из Сплита, едем в сторону Дубровника, но там сейчас проезжаем, подъезжаем к Макарске. Здесь у нас запланирован поход на Стеклянный мост, потом на пляж, потом поедем уже заселяться в наш очередной отельчик. Вот мы тут едем по горам, отличная дорога, правда платная. Еще пока не знаем, сколько нам. Ну, наверное, 7 евро возьмут, как обычно. 130-140 шпарим. Собственно, и все виды здесь такие: горы, скалы, цветочки. Шестой день в Хорватии, а в дороге, значит, 9 дней. К нам вчера прилетела бабушка, теперь у нас в машине еще меньше места, но как-то мы запаковались. Как-то, в общем, ехать нам еще 1,5 часа. Макарск, вот на Макарском мы едем. Дорога местами была очень страшная. На задних рядах люди закрывали глаза. Но очень красивая. В общем, там въезд на национальный парк, вот там, там где мост, оказалось, нужно резервировать заранее, бронировать. И на сегодня уже мест нету. То есть, как бы вот так. Так что в Биоково мы не попали. Ну, хоть на дроне полетали. Тоже красиво. Это такой небольшой пляжик Дранище. 13 километров от Макарска отъехали. Вот там по горам мы ездили. Где-то там за горами, по этим горным дорогам.
не попали на мост, вот спустились вниз на пляж. Тут народу мало, парковаться тут тесно. Не шевелись, ногтилируй. Да ты наступила на нее, нет она. Прикольно, расцветает, смотри. Где? А? Да, она его видит. Такой вот тут пляж. Немножко хуже камни, такие крупные. Но вода тоже чистая. Много рыбок всяких плавает. Видать, камешки им больше нравятся такие, когда они покрупнее. На прошлом пляжу были только такие валуны с краю, а так не было. Так, пиво на побережье 3,50, вино 0,2-3,90, безалкогольные напитки, газированная вода 2,20-2,40. Что там? Внутри там мороженое, внутри спряталось. Вау, какая красота ты себя, ты посмотри. Бабушка с салатом. Наплавались, на дроне полетали, покушали, провели день.
Теперь нужно доехать до места ночевки. Купили арбузик на дороге. Сколько килограмм? Не знаю, сколько он килограмм. Много. Будем есть арбузы. Переезжаем на полуостров Пелешац. Подъезжаем к нашему месту назначения. Едем тут кругом виноградные поля. Продается вино везде. Мы потом, конечно, зайдем в винодельню и купим бутылочку красного. О, добрались наконец-то на место. Не знаю, что это за город. О, на О. Не знаю, что это за полуостров. Какой-то полуостров, короче, туда. В общем, деревня какая-то. Но апартаменты прикольные. Кстати, недорого были вообще. На пятерых, по-моему, 285 евро надо платить. Виноград. Да, там можно грилить. Вряд ли можно грилить, но можно грилить. Тут можно сидеть. Тут можно потасить. Тут у нас все везде в виноградах, в цветах. Гранат. Гранаты тут растут. Такие арки, такие тут винограды растут, а наша апартамента вот на втором этаже. Сможешь подняться, да? Там за дверью еще одна спальня с большой балкончиком. Мы ничего не делаем. Лежим на пляжу. Такой балкончик. Цветочки. Море не очень близко, но ничего, доберемся. Мы на полуострове Пелешац, Хорватия. На самом юге Хорватии, недалеко от Дубровника. Такие вот у нас тут апартаменты. Море вот там. Сейчас пойдем посмотреть, что там с морем. Сегодня ходили. Сейчас это балкончик. Уже очень жарко. Виноградики тут. Прямо здесь, вот он. Наша вилла. Идем на пляж. Ну, что вы скажете про этот пляж? Как вам водичка? Ты будешь барсуком? Нет. А кем ты будешь? Акулой? Нет. Я плохой. Ап-ап-ап-ап. А там у нас, как оказалось, нудистский пляж. Люди там без ничего лежат. Водичка тут все такая вот прекрасная. Вот этот знак, походу, означает, что там начинается нудистский пляж. Там вот нудисты, а там не нудисты. Мы в городе Обенич, идем по пляжу. Неизвестно, как называется он. На букву Т вроде. Популярное место. Пляж 300 метров. Смотрим, что тут есть. Тут вроде должен быть и песочек, и галька, и бетон. Я только не пойму, вот там вот это темное, это там вообще вон какая-то, что-то они стоят там, а между какая-то муть или что это?
Это вот это вот такая, такой вот камень, походу, идет. А, такая полоска там. Да. Такая гряда. Надо туда сходить. Да. Даже здесь идет это. Каменный такой выступ, он начинается вот здесь. И вот так вот прямо, вот сюда, вот так он идет. А вот начинается песочек. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. Ну, песок такой тут как бы. Песок его с натяжкой можно назвать, конечно. Блин, как мне еще волнами все качает. Во. Давай сюда. Здесь у меня вообще во. По колено. Сюда ногу поставь, и я тебя подниму. Круто. Ай, ай, ай. Соскальзываю. Главное, он такой, на нем такая, какая-то, ну, типа тины такой небольшой. И ты по ней так соскальзываешь просто. С камня с этого. Вот. Давай, ныряй. Ага. Не знаю, что у нас теперь, какой план. Арбуз наш весь упал. Мы так много его настрогали, что его было тяжело переть по этим камням. И он у нас перевернулся. Мы очень огорчились, почти что плакали. Плакала только Саша. Он плакал, как Анжела, в душе. Рыдала. Он тоже его резал. Строгался вот к нему. Смотри-ка, здесь даже есть переодевалки. Это и называется песок. А там бетон. Вон. Ну как тебе пляж? Ну, неплохой. Ходи на тот камень, посмотри. Какой? Ну, на который мы проходили мимо. Я видела. Ну, сходи на него, там полазить надо. А если я упаду оттуда? Ну, никто до сих пор не упал. Вон, видишь, люди стоят по колено. Это они на камне, наверное. Тебя покачать? Тебя покачать? Вот так? Что, я думал взять суп? Давай еще. На 2 часа. Взяли сап или суп, или как он называется, я не знаю точно. Ну, стрёмно тут. Короче, просто глубина непомерная. Первый раз на супе на этом. И как бы, ну, если перевернешься дальше, что? Там от берега там пару метров уже. Я выбираю. Надо поустойчивее стать. Стань поустойчивее.
Полин, подержи камеру, пожалуйста. Снимай папу. Мы дождемся, пока он пойдет. И дождались. Попробовали суп. Прикольная тема, но стрёмно. Особенно, когда внизу, наверное, метров, ну я не знаю сколько, но много. Ну, явно не два. Метров 20, наверное, я думаю, там. Дошли в душ. Такая мини-набережная. А это похоже паром на Корчулу. Мы пока думаем, плыть туда или не плыть. Пока склоняемся больше вот к прогулочному кораблику такому. Думаю, сейчас зайдем до этой лодки и там все узнаем. Вон там вот этих будка. Решили, что возьмем морскую прогулку завтра. Ну, давай. Давай. Флип. Флип. No, no, no. I can't. Oh, you can't. Okay. Забронировали себе на завтра круиз. Fish что-то там. Fish trip. Несколько островов, баня, обычная, в общем. Покормят нас, поить не будут, сказали. Я спросил, можно ли взять свое пиво, сказали, мы не знаем, наверное. Типа, вы-то, у вас там будет свободного времени куча, наверное, можно взять свое пиво. Вот. Ну и воду, естественно. Так, ну что, мы идем в круиз, в морскую прогулку. Отплываем из Оребича.
дали нам чуть раки. Это welcome drink называется. Крепкая. Очень. Проплываем мимо острова Корчула. Остров Корчула, и город точно так же называется. А может, Корчула. Первая остановка – остров Бадья. Кроме монастыря здесь ничего нет. А, ну еще бар есть. А, здесь еще куча оленей. Олени довольно прикольные. Лезут в сумки, просят пожрать что-нибудь. Очень ручные. Их можно погладить, схватить за рога, еще что-нибудь с ними поделать. В общем, нам пришлось их покормить своими бутербродами. Только потом увидеть табличку, что оленей кормить нельзя. Ну, в принципе, их все кормят, потому что они просто нагло лезут в руки, в сумки. Просят Такие вот тут оленчики оказались на острове. Очень любопытные, их интересно кормить. Давай. Доброго. Патрик, доста. Я подлога. Мягкие? Мягкие. Ну, не мягкие. Нету ничего, нету ничего. Вообще-то их кормить нельзя было. Но мы этого знака не заметили. А вот и монастырь. Туда можно было даже зайти внутрь, заплатив, по-моему, 5 евро или что-то типа того, но нам было влом. А вообще это францисканский монастырь 14 века. Францисканцы – это такие монахи, проповедующие апостольскую бедность, аскетизм и любовь к ближнему. Францисканский монастырь на острове Бадья. Местная достопримечательность – монастырь. Нудистам здесь не место. Пошли искать пляж и нашли вот этот вот пляж. Название мы не нашли. Просто называется галечный пляж. Просто ёж на еже. Вернулись немного назад и нашли место просто вау. Вообще. Красота! Такой берег скалистый, не каменный, а скалистый прямо.
Просто великолепная бухта такая, с такими скалами, ежами, хоть и с ежами, но вообще супер. Ежи тут как бы где-то в стороне. Я на дроне немножко полетал, посмотрим, что получится. Здесь яхты, все, здесь купается народ, водичка просто супер прозрачная. Вот это супер место. Остров Бадья. Это не пляж никакой, просто как бы скалы. Наша вторая остановка – город Ломбарда на острове Корчула. Вот эти черные точки – это все морские ежи. И здесь просто много. Много. Забрели на песочный пляж, тут на острове каком-то. Зато на нем нет пляжей. На песочном пляжу немножко скучновато. Ну что, ежей нету, корней нету. Скал нету, в обычный пляж, волн тоже нету, ну здесь он, наверное, нормально, и песок он как бы такой, ну я бы не сказал, что прям мелкий, он такой, он среднего помола. Мне стало скучно, и я пошел к ежам. Thank you.
Джей. Где он? И крабики гуляют. Так, вот это вот наш путь. Стартовали мы из Оребич. Я тут все сделал, что проплыли вот сюда. Мимо острова Корчуа проплыли. Потом на острове Бадьяна были. Тут я на броне летал. Купались. Давай, помогай мне. Потом поплыли сюда. Сейчас мы находимся вот здесь. Осталось нам вот так. Опять будем купаться и домой туда же во Требич. Все это чудо, такое экскурсия стоило 40 евро. Третья остановка. Ну как? Отлично. Кажется, весь кораблик плавает. Ну, не весь. В общем, поездка нам очень понравилась. Всем рекомендуем. На этом 3 дня наших в Оребичи закончились. Завтра едем к Дубровнику, город Цавтат. Но это уже смотрите в следующей серии. Песок здесь такой, конечно, с натяжкой. Песок. Смотрите в следующем видео. А вот Дубровник. Такая вот литровая бутыль вина. Нам очень понравилось.